Хей-хей, на связи Dragon Soul Play. Что ж, дорогие друзья, Warhammer Inquisitor Martyr продолжается. А я, может, и не хочу сюда. Вот. Я вот так подумал. А давай-ка мы вот это вот сделаем, короче. Поможем дуэлистам на Дагноре Праймус. А, Примарис. Система Дагнор, административный центр под сектора Тенебра, и кажется, что она тяжело поражена самыми различными ересями. Конклав приказал мне отправиться в Дагнор Примарис расследовать восстание мятежников, которых, возможно, возглавляет некий пророк. Мятеж грозит охватить целый город Улей, и это может быть связано с активностью хаоса в подсекторе. Агенты Инквизиции обнаружили источник вокс-передач пророка. Оттуда я и начну. А я вот гнездо гадюки. Говорится, чем, собственно, и нет. Просьба инквизитора Гасляра вновь отвлекают меня от основного расследования. На этот раз он отправил меня на охоту за сектой мятежников в системе Дагнор. Что ж, она хотя бы не ошиблась. К моменту моего прибытия отдельные беспорядки на Дагнор Прайме уже переросли в полноценные восстания. Мне нужно остановить пророка и его фанатиков. Ну так вперед, ёптать. Это как нехер делать. Каждый день, каждый раз подавляю восстание. Я же инквизитор. Ну... Что ж, пророк мы остановим. Остановим ли? Остановит ли он нас? Это большой вопрос. Ну? Что же ты так долго? Капитан Кавинский, reporting for duty, Inquisitor. I will be your liaison officer with the regional Astra Militarum headquarters. I need a report, Captain. A brief one. The current situation is volatile. We are in the middle of a counterattack, but the resistance is tougher than we expected. They have occupied a Vox station, and their propaganda could lead to a widespread rebellion. I see, Captain. I will look into the matter. Your support here is invaluable. The Emperor protects. No. Прорваться через линию. Не понял. Что с игрой? Почему что-то... Эй-эй! Почему подвисаешь? Это грёбаная игра. Алло. Еще кто? Член внутреннего круга. Ого! Она взорвалась, эта тварь взорвалась. Охренеть, конечно. Вообще неприемлемо. Чё за баги?
Что с игрой? Ты чё, блядь, виснешь? Не вздумай зависнуть, падла. Тейкс. Нам туди. Что ж за херня такая? Incoherent heretical chatter. The choice of words is troubling. Hydra, Savior Beyond, Legion. I must silence this Vox station. I spit on your Emperor. Ой-ой-ой. Блин. Главное не помереть тут. Эй, только не вздумай залагать тот момент, когда мне не надо. Ой-ой-ой. Вроде, да, это уже нормально работало. Ой-ой-ой. Все забываю, что она ударную волну нам распустила. Так, сейчас мы тут. Да, что-то какие-то просадки. Хорош уже! Из-за этого... Опять эта гребаная псайкерша. Что ж такое? Почему же ты подвисаешь? Вроде нормально все настроено. Ладно. Ой, так не говори, что опять ты будешь опять подгружаться. Так, управление. Твой
О, неплохо. Ты варпом меня не пугай. О, хоть получше стало работать. Кого? Ладно. Да. Вот чем меньше базарю, вот тем лучше. Тем и игра успешнее продвигается. Так, а там у нас что-нибудь есть? Очень сради. Починиться еретикам, да не в жизни. О, штурмовая броня какая-то выпала. Ты хорош, со всех сторон обложили. Сгори в праведном огне, сучка. Тут вроде бы все зачистили, значит движемся в ту сторону. Надо отключить ВОК-станцию, чтобы они свою пропаганду больше тут не распыляли. Убей еретика и сожги мутанта. Давай. Сейчас она взорвется.
Мультимельта. Вот ради таких миссий, наверное, и стоит. Ради таких предметов и стоит проходить всякие доп-миссии. Отлично. Ого! С одного выстрела вынес. Inquisitor, we humbly request your help. The planetary governor has ordered a full-scale counterattack, but the rebellious horde proved to be more organized than expected. We have suffered severe losses, and numerous battalions from the planetary defense force have defected to the enemy. Hostiles are threatening the PDF headquarters. Morale is low. Help us to defend the headquarters, Inquisitor. Да как мне хер делать? Сейчас. Так, варп пошла нахер отсюда. 16 взорвется. Сейчас я вам помогу, капитан. Только сначала все обследую. Все. That's good. Так, мы еще там не были. Что, ладно, выдвигаемся на помощь имперской гвардии. Эй. Че, обойти его, что ли, не можешь? Да.
Да, что ж ты не можешь прям. Ой, так, что там у нас осталось? А, у меня завершил ролик. Рендер. Ролик завершился. Завершился рендер. Поэтому, наверное, проседала поездка. Ну, это, наверное, все, что ли? Не все. Что, гвардейцы? Император вас не забыл. Гори, гори, гори. Да погоди, это оверхит. Взрывайся. Все. Это... А я так подумал, что это у меня подвисает? Это, оказывается, у меня ролик рендерится, а я и забыл. Бывает же такое. Ой-ой-ой. Императора нельзя плевать. Ты не на Терре. Сваливаем. А, тут босяры их. Местный. Давай. How are you faring down there, Inquisitor? This rebel was a lot more resilient than I anticipated. Their leader might have something that can help you find his accomplices, though.
Воззвание пророка Кавокса. Дорогие братья и сестры, Империум человечества смертельно болен. Люди сротают, города разрушаются, армии напрасно проливают кровь. Сейчас мы лишь бледные тени некогда славной империи. Не верьте лжи, что распространяет о ереси Хороса. Не верьте сказкам о трупе, что восстанет восседать на золотом троне. Нет ничего, кроме тирании, алчности и жестокости. Ничего, кроме проблеска надежды в кошмарной тьме, знаков из великого запределья. Голоса, видения, безымянные слуги. Если хотите освободиться, обрести вечную жизнь, следуйте за этими мрачными чудесами. Наступает день возмездия, друзья мои. Пришло время разбить оковы, перестроить это прогнивший империум по его образу и подобию. Не ждите приказов, не ждите спасителей. Наш священный поход будет подобен гидре из мифов. Если тираны отрубят одну голову, на ее месте вырастут две новые. Так говорил пророк Кавокс, наш спаситель из запределья. Вот все. Теперь точно все враги уничтожены. Ух ты. Классно. Классная превьюшка. Такс, что у нас там по времени? О, полчаса практически прошло. Отбить атаку мятежников. Очко, очко, очко. Вставление инокулятора. Персонаж, пассивки. О, можем новую способность выбрать. А, плюс 500 очков. Ослабление. Увеличит урон подавления. Глушение заморозки. Урон подавления. Вот. Что тут у нас? Скоротечный бой. Критические удары. Критическое попадание. Вот движение, давно не качались. Неуязвимость к замедлению Вот. Так-то будет лучше. Что у нас там по инвентарю? Броня разрушения. Штурмовая. Естественно, она лучше. О, фиолетовая мультимильта. Это нам надо. Это мне надо. Так, так, так. Ай, штурмовая броня. Тьфу. Тьфу ты, ну ты, ё-моё. Как так-то, брат? Как так? Дельта 104. Так, что тут у нас? А это штурмовая броня. Плазменная пушка. Если сравнивать, это покруче будет. Угу, ну-ка. Если вот мы уберем. А если так? Урон 140. Кайф же. Тут 150, тут 140. Да вообще же кайф-то. Так, броня разрушения, броня разрушения. Блин, на штурмовую броню фиолетовую я ставлю, пожалуй. Жаль, а я думал... Будет что-нибудь. Так. Так, штурмовую броню. А. Броня часового. Т.
Так, тоже туда же. Ага. Тут что-то можно, видимо, вставить. Погоди. А вот если мне вот сюда что-нибудь, допустим, так, вот она, броня разрушения. Нет, не, я не могу. Это какая она крутая, кстати. Это реально броня классная. Но это уровнем. А, ну тут максимум. А, ну там всего-то 9 очков разницы. Вау, ну это прям вообще крутая. Так, сейчас мы тут. Так, остальное можно. Остальное продаем. Этот меч. Остальное можно сдать. Сдаем. Точнее, продаем. Может, штурмовую броню мы оставим пока. Ослепление. Нет, наверное, мы все-таки завершим, а то что-то мне не нравится то, что лагает. Я, в принципе, не уверен, что сам бы такое смотрел. Оставим. Ой, ну ладно. Что-то там продал. Нейроимплант уровня 31. Ладно. Атаку будем отбивать в следующей серии, дорогие друзья. Ага. Я пока тут подготовлюсь. Подготовимся, в общем. В общем, атаку мы отобьем в следующей серии, дорогие друзья. На связи был Dragon Soul Play. Всем мира и добра. Увидимся в следующих сериях.